Я вам всем взаимно пожелаю ярко-солнечно-безоблачного дня. Пусть снаружи не начало мая, только лишь начало февраля. И хоть за окошком воет вьюга, заметает дворик белый снег, нам прогноз неутешительно вещает, что еще не скоро солнце свет. Главное, не это время года, просто состояние вообще, и тогда хорошая погода будет в сердце, в мыслях и в душе.